Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня 11 апреля, последний лунный день убывающей луны перед новолунием. Напоминаем всем, что новолуние нас ожидает уже завтра, 12 апреля, в огненном знаке зодиака Овен. И у нас пик новолуния будет в 5:30 по московскому времени. Поэтому мы всем, кто нас слушает, смотрим, предлагаем сегодня провести волшебный ритуал для выхода из трудной ситуации и застоя. Этот ритуал вам достаточно сильно может помочь. Обязательно ставьте лайк этому видео, чтобы непременно вам повезло. Итак, друзья, сегодня вечером 11 апреля на убывающей луне уединитесь и зажгите любую свечу, которая у вас есть в доме. Если вы смотрите днем, то и у вас нет свечи, то подойдите в любой магазин, например, тот же супермаркет, и купите свечу. Далее зажигаем свечу, смотрим на нашу свечу и представляем себя в этот момент свободным, счастливым, уверенным человеком, который находится в гармонии, находится в изобилии и в благополучии. И далее нужно произнести следующие слова. Я благодарна жизни за те уроки, которые она мне преподнесла. Я принимаю и отпускаю их. Я оставляю проблемы в прошлом, чтобы налегке идти дальше. Теперь я готова к счастью, радость и легкость приходят в мою жизнь. Да будет так. Друзья, эти слова мы с вами произносим 3 раза. Можете читать даже с телефона. И главное, чтобы ваша свеча догорела полностью. Поэтому не покупайте какую-то большую свечу. А вот остатки воска закопайте в землю или бросьте в воду. Друзья, эту практику нужно провести именно 11 апреля вечером. 12 апреля, помним, новолуние, уже, к сожалению, бессмысленно делать этот волшебный ритуал для выхода из трудной ситуации и застоя. С вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Подписывайтесь, ставьте лайк этому видео, и мы с вами услышимся уже в следующем видео.